Подставка под ложку Ato Kitchen, которая позволит поддерживать чистоту на кухонных поверхностях во время приготовления пищи. Легко мыть, потому что она сделана из нержавейки, имеет стильный лаконичный дизайн и идеально сочетается с другими товарами из коллекции «Стильный стиль». Не знаю уж, кто такое название придумал для этой коллекции, звучит как масло масляное. Стоит такая ложка 149 рублей, вот сейчас я поставила на нее половник, чтобы вы могли видеть, как это выглядит вообще. Мне она показалась не очень удобной, но это лично мое мнение. Емкость для специй Ato Kitchen из новой коллекции «Стильный стиль». Объем 170 мл, состав стекло, нержавеющая сталь, производитель Китай. Продается в двух формах. Одну форму можно использовать для перца или соли, а емкость с одним большим отверстием – как сахарницу. Стоит такая емкость 79 рублей и идеально сочетается с другими товарами из этой коллекции. Не могу сказать, что меня порадовало качество этих емкостей, так же, как и всей коллекции. Выглядит все очень дешево, где-то что-то перекошено, где-то что-то царапается. В общем, смотрите и делайте выводы сами. Банка для хранения Ato Kitchen из новой коллекции «Стильный стиль», размер 10 на 29 сантиметров. Объем этой банки 2 литра. Состав: боросиликатное стекло, полипропилен, нержавеющая сталь и силикон. В этих банках можно компактно и аккуратно содержать крупы, сахар, муку, макароны или печенье. Она выдерживает разницу температуры от минус 20 до 400 градусов по Цельсию. Стоит такая банка 299 рублей и отлично сочетается с другими предметами из этой коллекции. Тюрка из новой коллекции «Стильный стиль», размер 24 на 5,8 см, произведена в Китае, состав нержавеющая сталь и полипропилен, стоит 55 рублей. Особенно удобно использовать эту тюрку для сыра. Она проста в применении, легко моется, имеет специальное отверстие для подвешивания на крючок. Овощечистка Ato Kitchen из новой коллекции «Стильный стиль». Продается в двух формах. На форме с горизонтальным лезвием, которую вы сейчас видите перед собой, находится еще и открывашка для бутылок. Состав: полипропилен и нержавеющая сталь. Производитель Китай, стоимость 55 рублей. Идеально сочетается с другими товарами из этой коллекции. Имеет специальное отверстие для подвешивания на крючок. Нож для пиццы. Производитель Китай, состав: нержавеющая сталь и полипропилен. Стоимость 55 рублей. Это обновленная коллекция. Рукоятка, вы видите, сделана под мрамор. В этом отношении фикс прайс всегда впереди планеты всей. Новые рукоятки, новая коллекция. Если вы уже пользовались таким ножом, оставляйте свои отзывы в комментариях. Ложка кухонная Ato Kitchen, длина 22 см, состав силикон и нейлон. Произведена она в Китае. Стоит такая ложка 79 рублей. Предназначена для перемешивания ингредиентов во время приготовления пищи. Имеет специальное отверстие для подвешивания на крючок и выдерживает разницу температур от минус 20 до плюс 220 градусов по Цельсию. Продается ложка в трех расцветках – бирюзовый, фиолетовый и розовый. Единственным недостатком этой ложки можно считать то, что белый силикон очень быстро пожелтеет. Пиала Боул Ato Kitchen объемом 490 мл. Производитель Китай, состав фаянс. Стоит такая пиала всего 55 рублей. Продается только в белом цвете. Необычность этой пиале придает форма с явно выраженной ножкой, которая придает ей устойчивости. Набор контейнеров с защелкивающимися крышками. Производитель – город Тольятти, материал – полипропилен. Это удобные, практичные, надежные и экономные контейнеры, но судя по тому, что на этикетке нарисованы булавки и расчески, использовать их для продуктов нежелательно. Контейнеры выполнены из полупрозрачного белого пластика, различаются наборы только цветом ручек, которые защелкивают крышку. Термоотражающий чехол для гладильной доски размером 40 на 120 см. Способ фиксации чехла – затяжной шнур. Стоимость такого чехла 299 рублей. Произведен он в России, сделан из двухслойного материала, ткани с термостойким покрытием и мягкой поролоновой подкладки. Эффект двухстороннего глажения – это отраженное тепло.
Женские топы в размере 44, производитель Китай, состав 94% хлопок, 6% эластан. Стоят такие топы 199 рублей, отделка кружевом и из этого же кружева сделана бретелька. Выполнены топы из трикотажа лапша, довольно аккуратно все отстрочено, продаются в нескольких расцветках. Все расцветки пудровые, очень красиво смотрятся. Зубная паста для комплексного ухода за полостью рта и зубами. Масса 130 грамм, производитель Россия, стоимость 99 рублей. Эта паста содержит фторид натрия и экстракт граната, которые в комплексе помогают защитить зубы от кариеса. Паста находится в удобном небольшом флаконе с дозатором. Декоративная ваза из коллекции Color Block. Высота 18 см. Стоит эта ваза 249 рублей. Произведена в Китае, состав доломит. Поверхность вазы матовая и шероховатая. Она имеет оригинальную форму, на фоне которой очень стильно будут смотреться небольшие композиции из цветов, сухоцветов, веточек или колосьев. Расцветки ваз соответствуют цветам коллекции Color Block, и она отлично сочетается с другими предметами из этой коллекции. Появились в продаже наборы носовых платков. В наборе 3 платочка размером 30 на 30 см, состав 100% хлопок, рисунок и расцветка у платочков разные. Производитель Россия. Аксессуар для маникюра и педикюра – компактные кусачки для ногтей. Легко поместится в любую косметичку или маленькую сумочку. Имеют оригинальный дизайн в виде зайчика, дополненный брелком. Стоят такие кусачки 99 рублей. Сделаны они из стали и смолы, производитель Китай. Размер 2 на 6 сантиметров. Сумка с молнией и магнитной застежкой. Продается в различных расцветках. Имеет два отделения, одно из которых закрывается на замок молнию. Сумку можно использовать как клатч, а можно носить на плече. Простроченный узор на внешней стороне очень украшает сумочку. Но изнутри она выглядит как чистый полиэтилен и на ощупь такая же. Но это не умаляет ее достоинств. Она очень удобна будет для прогулок каких-то кратковременных, когда вам нужно с собой взять губную помаду, кошелек, ключи и телефон. Легкая, вместительная, удобная, не занимает много места. Если хорошенько пофантазировать, то можно еще обнаружить в ней третье отделение для какой-то мелочевки. Стоят такие сумочки по 299 рублей. Кружка Ato Kitchen, объем 400 мл, стоит такие кружки по 99 рублей. Имеет оригинальный дизайн, она цветная внутри и белая снаружи. А большая удобная ручка позволит вам всегда комфортно держать кружку. Отлично подойдет и для холодных, и для горячих напитков. Состав фаянс, производитель Китай. Декоративная фигурка, выполненная в виде фигурки собачки, сделанной из надувных шаров. Производитель Китай, состав доломит. Стоит такая фигурка 149 рублей. И если раньше они приезжали к нам в разных расцветках, очень ярких, то сейчас приехали только в черном и белом цветах. Фигурки качественно выполнены и очень забавные. Органайзер для кухни, который подойдет для хранения продуктов в холодильнике или специй, или моющих средств и различных хозяйственных мелочей. Размер органайзера 33 на 15 на 8 см, состав полистирол, стоит он всего 99 рублей. Органайзер выполнен из полностью прозрачного пластика, произведен он в России. Скошенные вперед стенки и удобная ручка облегчают его использование. Ароматизированная свеча «Медведь» в подарочной упаковке, размер 5 на 8 см, произведена в Китае, состав хлопок и воск. Стоит такая свеча 79 рублей. Свеча не зря называется «Медведь». Она выполнена в виде фигурки сидящего медвежонка. Выглядит очень симпатично и настроит любого человека на романтический лад. Продается в различных расцветках. И если вы получите в подарок подобный предмет, знайте, человек испытывает к вам очень теплые чувства.